Ребят, ну что, появились у нас, значит, пододеяльники, простыни тут. Все такое, знаете, советское, я бы даже сказал. Ну, вот, например, новая простынь. Вроде как новая. Ой-ой-ой, куда оно все посыпалось. Значит, да, вроде новая. Ну, так вот. 150 рублей. Полуторная. Новый пододеяльник в цветочек. Тоже полуторный пододеяльник. 250 рублей будет он у нас стоить. Дальше белый пододеяльник. Вот такой вот он обосранный весь. Какими-то тут непонятными вкраплениями. Могу даже поближе вам показать, так чтобы было видно. Не знаю, запахи передавать оно не сможет, но по большому счету насрано капитально. Вот так. Давайте сделаем его вот чисто за вот это пятно. У нас, в принципе, пододеяльники все идут по там 250-300 рублей, да? Сделаем его рублей за... Помыть-то можно. За 150 и забираете. Вот такая вот штука. Пододеяльник новенький. Но это из новых. Из, наверное, современного образца. Пододеяльник полуторный. Он новенький. Ну и, короче, давайте так скажем, 250 рублей. Дальше. Простынь. Односпальная простынь. 100 рублей. Вот такая красивая, в цветочек, там все дела. Забирайте, кому надо. Может, выписывать прямо в комментариях. Заберу. И все дела. Это я не знаю, что это такое, короче. Может быть, это простынь. Дальше. Так, это у нас получается наволочка. Раз. Сейчас вот наволочка. Два. Так. Нет, наволочка два с каким-то пятном. Так, и дальше идет простынь. Простынь, вот она, абсолютно новенькая простынь. Цветастая, все дела. 150 рублей. И пододеяльник, вот такой красивый новый пододеяльник, 300 рублей. Вот кому надо, можно прийти и забрать. Вот такая штука новая абсолютно. Вообще, таких сейчас днем с огнем не сыщешь. А вот вам еще и бирочка, видите, да? Я не знаю, что это так сейчас. Скатерть, это скатерть, ребят. Хорошая, новая, советская скатерть. 200 рублей, и она ваша. Так, льняная простынь. Толстая такая, видите, прям аж хлопок такой. Хорошая. 200 рублей. Дальше, вот такое покрывало. Рублей 150. Потом пододеяльник. Рублей 200. Новенький, видите, да? Советский пододеяльник. Дальше тут. А тут все пошло детское. Такое раз, два, три. Все вот эти простыня, это детские простыни по 100 рублей. Вот их целая гора. Они абсолютно новенькие. Дальше вот так. И вот этот вот набор постельного. Если посчитать, пододеяльник 250, простынь 150, 400 и 2 наволочки. Короче, вот так вот 450 все. Можно забрать. Абсолютно новенько. Вот, собственно, и все, ребят. Если кого заинтересовал товар, выписывайте в комментариях. Делайте бронь. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Жмите лайки. Всем пока. А, мы же завтра работаем. 3.05 с 9 утра. Завтра. Все как обычно. Мы работаем. Всем пока.